Ребята, всем привет! Сегодня с вами я, Славян, снова один. Мы сегодня с вами приехали погулять, пройтись по центральному Сочи. Наше с вами путешествие мы начнем вот отсюда, сквер, который находится возле морского порта. Будем с вами двигаться в сторону пляжа Ривьера. Я там был, по-моему, один раз, это так назовем, проездом, поэтому сегодня с вами досконально пойдем смотреть все места по пути к нему. Погнали! Так, ну а в центре города на Новагинской улице я заметил такую движуху, очень много полиции. Решил, конечно, зайти посмотреть. Давайте вместе с вами посмотрим, что здесь происходит. Какая-то нереальная движуха вот была возле елки. Я вообще подумал изначально, что происходит просто елку разряжают, стоят, видите, манипуляторы, вышки поднимают ребята, они убирают украшения. А тут просто все что-то кричат, ну давайте дальше с вами пройдемся и посмотрим. Вы можете видеть, что люди вот туда-сюда ходят, сами достают телефоны и не понимают вообще, что происходит, но вы можете наблюдать, что вот ходит полиция, камеры. Люди продолжают выкрикивать всякие кричалки. Ну, можете сами все слышать, да, дублировать я не буду. В общем, это все происходит возле администрации. Вы видите, что идут два потока людей налево, направо. Это просто отдыхающие, просто приехали в Сочи. Да, вот так вот происходит в Сочи, в самом центре, прямо сейчас. А так мы с вами путешествовали, друзья. Вот кричат свободу Навальному. Вообще, просто капец. Ни хрена себе, вы только посмотрите, здание администрации столько вышло, кто это? ОМОНовцы, росгвардейцы, посмотрите, берутся за плечи и начинают куда-то выдвигаться. Так, давайте посмотрим, что будет дальше. Вообще военный какой-то стоит или что это, листву убирает, ничего не понятно. Вот полиция ходит, все с рациями. Вот это, друзья, вот это мы с вами гуляем. Вот видите, елку разряжают. Я вообще думал, елку здесь разряжаем. Люди, которые приехали в Сочи гулять, вообще не понимают, наверное, что творится. И вы, мои зрители, тоже, наверное, тоже не понимаете, что сейчас происходит. Вон, посмотрите, вдоль домиков, да, вот они двигаются. Кто это? ОМОНовцы, росгвардейцы. Посмотрите, колонны прям идут. Еще себе. И что сейчас будет? Вот, видимо, телевидение ходит с камеры, вот мужчина, да, в черной куртке. Да тут вон своего телевидения хватает. О, смотрите, сколько еще выходит из администрации. Ничего себе. Смотрите, они в бронежилетах все. Ничего, мы просто гуляем по центральным Сочи. Или вы что, всем табором будете елку сейчас так разряжать? Вот это да, смотрите. Я вообще, короче, подумал, они сюда сейчас идут, всех нас будут это, месить, как они умеют. Ну, здравствуйте, здравствуйте, ребята. Так, что вы нам расскажете? Вот это да, ребята, смотрите, что происходит. Вот они выстраиваются возле нас. Что дальше? Так, ладно, друзья, давайте с вами попробуем двигаться сквозь эту толпу. Мы же с вами сюда не стоять пришли, а путешествовать по центральному Сочи, смотреть, какие здесь дела, и кто бы мог подумать, что мы попадем с вами в такое событие. Ой-ой-ой, вот это прессует. Вон мамка с ребенком на руках. Вы понимаете, да, что здесь люди просто гуляют, просто ходят. Это центральная улица, я ее показывал в выпусках.
Здесь все наряжено. Мы сейчас, видите, елку разряжают. Вот люди, ой, что-то кричат. Давайте слушать. Так, давайте с вами, друзья, немножечко пройдемся вот в толпу. Ой, как громко все кричат, это в ухо. Так, да, ну это Росгвардия. Вот такая обстановка, ребята, сегодня в Сочи. Уважаемые граждане, вы нарушаете федеральный закон номер 54. Вы нарушаете закон! Вы нарушаете законы! Так, давайте продвигаться чуть дальше. Это громко кричат мне прям в ухо, друзья. Смотрите на эту обстановку. Люди просто против всего. Очень много людей. О-о-о-о-о, смотрите, что такое? Все отдаляются. Ничего себе, как выдавливают. Смотрите, что творится. Так, давайте быть все аккуратно. Друг друга не топтать. Ничего себе. Вот это да. Вот так вот. Ничего себе. Вот это вытесняют, слушайте, это что, получается, сейчас кого-то там, наверное, задержали, поэтому весь народ, видите, ринулся обратно. Ребята, вот вы только послушайте, люди начали кричать такую фразу, как полиция с народом. Кричат, чтобы они опомнились, что вы же тоже народ, зачем вы все это делаете? Зачем? Обратите друг на друга внимание. Давайте сами снова подойдем туда поближе. Посмотрим, что там происходит. Блин, я, короче, вообще в шоке, друзья. Сочи, центр, средь бела дня, вот такая вот история. Да. Собственно, друзья, ситуация. Полиция вот выступила, сказала, что у вас есть там что-то сколько-то минут, срочно разойтись, иначе будут массовые задержания. И вот люди кричат, что митинг — это наше право, и вот они здесь. Мы все здесь, как говорится, собрались. Мы вообще просто гуляли, да? А тут вот как бы что-то все собрались. Ну давайте дальше понаблюдаем, что из этого будет. Мы здесь власть!
Я вот, друзья, хожу и наблюдаю, вы тоже можете посмотреть, что здесь люди абсолютно разных возрастов, от грудничков до просто до пожилых, да вообще до очень пожилых возрастов. Ну, наверное, здесь такой сыр-бор, потому что здесь центральная улица, здесь все гуляют, а тут такое событие. Ну, давайте вот попробуем еще пройтись. Вот, посмотрите, посмотрите на возраста. Здесь абсолютно все возраста. Ничего себе. И вот такое событие здесь. Настоящий много людей, многие вообще просто прогуливались и тут же вписались. Друзья, это Сочи, я не мог оказаться в стороне никак вообще. Вот вы можете увидеть, даже вот видите, кусты отцепили, ну, все подходы к администрации отцеплены. Друзья, совсем недавно мы прогуливались с вами вот в этих цветных арках, тут так было все красиво, а сегодня просто, ну, очень многолюдно. Короче, Сочи сезон открыт. Рассказывает, в общем, про свою историю, как у нее что-то отжали, послушайте. А я ему сказала, Макар, что у себя звездочка, уже он майор сидит, как всеми участковыми у нас на Макарове. Знаешь, что творят? Они теперь меня трусуют, двору подсылают, открывают отмышки. Все поменялось за 4 года. Я уже дверь. Что ничего не берет. Ну, боюсь, что зажгут или воду откроют. И кричат, зато хотят, наверное. Я даже знаю этих дворов, я все докажу. Путин вор! 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 Thank you.
Так, там вроде опять кого-то задержали. Сейчас подойдем поближе. Может быть, получится что-то снять. Смотрите, как начинают жестко выдавливать. Просто все стоят. Ааа, ни хрена. Вот просто, видите, дали и несут его. Вообще, так, давайте попробуем догнать. В общем, всех задержанных вот проводят через торговый центр, и, видимо, там стоят у них автозаки, и вон туда вот всех выводят заломанными, кого-то выносят. Ну, жесть, короче, вообще. В общем, вот так вот вытеснили людей от администрации, все больше берут для себя радиус ограждения. Переходы закрыли, потому что говорят, мол, типа там коробку кто-то оставил. Пойдем обходить сейчас вокруг с вами. Вот видите. Хопс, тут полицай. Короче, отцепляют. Вон там сколько, видите, всех. Да.
общем, все это выглядит примерно вот так. Быстрее, папка, мамка, выгибом отсюда. Вам что, непонятно? Скручивает. Так. Вы сами слышали, спокойно могут оформить за хождение по газону, еще могут, наверное, за дорогу от переходит оформить. Оформляют, короче. Без причины, беспредел. Вот он. Товарищ полковник. Тротуары. Еще раз говорю. Нельзя. Быстро проезжая часть. Вот так вот. Нет, по газону тоже оформляют. Да. Все печально. Вот смотрите, задержали чувака, он просто стоял с камерой, просто снимал. Да, вот так вот. Так, с проезжей части надо уходить. С газонов тоже надо уходить. С газона тоже. Да. Ходим только по тротуару, на дорогу уже нельзя выходить. Все. Строго. Вот. Вот так вот всех гоняют, короче. Никуда нельзя, ничего нельзя, только тротуар, бордюр нельзя, оформляют за то, что ходишь по тротуару, по траве. Жесть. Жесткач. Это автобусная остановка, поэтому видите, здесь все. Вон автозаки, видите? Да. Жесть. Проходы в торговиках тоже перекрыты, стоят. Ребятушки несут службу непонятно за что, непонятно за кого. Ну да ладно, пойдем дальше искать пути. Так. Оп, мы хотели пройти и пройти не можем. Вот в ту сторону. В ту идем. Просто уже интересно, где конец. И можно гулять за честно отданные деньги Сочи. Сами не знаю. Сами не знаю. Все понятно. Так. Мы решили пойти сюда. Ну, вроде вот отходят. Вроде все начинается. Здесь обычная классическая сочинская движуха. Вот пододвинули заборы, мы здесь тоже пройдем. Ну, вроде, друзья, ну, вот так вот прошло. Все, всех увели, видите, Росгвардия отошла. Здесь все стояло вот в оцеплении, да, вы сами все видели, сами все наблюдали. Вот такая движуха. Слышь, что, брат, я сейчас подойду. Все, ребята едут домой. Да, все. Походу все расходятся. Все по домам. Так, ну, нам туда. Все, всем спасибо, как говорится, за внимание. Пацаны, не ходите по траве, а то вас тоже. Да. Во, короче. А должен быть выходной был. У всех должен быть выходной. Но, к сожалению, походу нет. Да. Вон такое цепление прям вообще, конечно. Направо! Направо! Вон прям, видите, с щитами. Все, все достаточно серьезно. Автобусы, да. Сочи, короче, дало жару. Да. Ну все, друзья, на этом я завершу свое приключение. Вот такой выпуск получился. Ну, с вас репост, как всегда, с меня контент. Спасибо, что посмотрели и досмотрели. Все, всем пока.